Сейчас департамент развития городского хозяйства с нами никаких контактов не имеет. У меня полностью сертифицированный автомобиль, на что имеется сертификат о переоборудовании. Они в ПТС нашли адрес собственника, то есть кому выслать штраф, но не увидели в особых отметках. Мне по телефону просто сотрудники, которые оштрафовали, вот до кого удалось дозвониться, мне говорят, что у вас... Мы не видим особых отметок. О том, что у меня ассенизаторский автомобиль. Информационных каких-либо знаков и аншлагов на введение временного ограничения нагрузки на ось их не было выставлено на дороге. Хотя данная ситуация была прописана в постановлении администрации города Кункана о том, что за 30 рабочих дней должны были быть выставлены знаки и информационные аншлаги, что в период с такого-то по такое-то вводится временное ограничение нагрузки на ось. С 10 числа, сейчас по 31 августа, будет летний период, и автоматически будет камера перенастраиваться на жару. 32 градуса, она будет автоматически бить 5 тонн на ось. И как нам будет, с градусниками ездить или выходить проверять?